Алексей Дегтярев – одинцовский котик. Так ласково называют соперники особенного спортсмена из Подмосковья. Недавно Алексей вернулся с первенства Европы, на котором вновь стал лучшим и вошел в пятерку сильнейших пловцов. Сегодня он приглашенный гость на тренировки участников клуба «Одинец». Подготовку водного объекта оценил по достоинству. Бассейн хороший, хорошая вода, да, шикарная, теплая, но мы хотим, чтобы у нас в большом городе был дворец водоспорта. Алексей мечтает, что в его родном городе Одинцово появится настоящий спортивный бассейн, чтобы ему не приходилось тренироваться в Москве. А вот для участников клуба «Одинец» бассейн школы Олимпийского резерва в самый раз. Каждую пятницу они проводят здесь. Потому что они любят жизнь, они хотят большего, они хотят заниматься. И получается, что да, они все разные. И не получается, как на секции, там всех поставить в ряд, и все делают одну работу. Каждый выполняет свою нагрузку, то, что ему по силам. Кто-то отрабатывает технику, кто-то играет с мячом, но для каждого эти занятия важны. Вода расслабляет и дает силы, чтобы не опускать руки, а жить и стремиться к большему. Чтобы они не сидели дома в четырех стенах, а развивали свои способности, чтобы было радостно на душе и нашим людям с ограниченными возможностями, и членам их семей. А возможности действительно есть, и не маленькие. В округе работают муниципальные программы для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которых можно развиваться не только в творческом плане, но и физическом. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».